Вот, друзья, на улице Урицкого стою. Вот так смотрится будущий проспект Ленина. Вы видите, что, значит, в два раза сузили, сделали одностороннее движение, одну сторону только, остальное будет тут пешеходное. Вот, одностороннее движение будет вместо двухстороннего. Санаторий электроника. И вот тут пансионат на улице Урицкого будет строить. Вот, загородили, вот такая тут панорама будет. Значит, на этом месте пансионат будет. То есть машин прибавится, одностороннее движение. Кругалям для водителя неудобно будет, я так считаю. Круги писать по городу. Ну вот тут пройдемся, немножко посмотрим. Широкая пешеходная дорожка будет и узенький проезд для одной машины. Дальше санаторий Семашко. Вот такой проспект. Здесь с двух сторон пешеходная. Здесь вот опять идет. Да. Наделали архитекторы великие. А вот ремонт школы, не знаю, закончили делать. Пройдем посмотрим. Они должны были это здание 1 сентября отремонтировать. Один корпус первой школы аварийный, брошенный стоит. Там стена упала. Вот, а вот этот первая школа. И вот рядышком. Ну, снаружи вроде как отремонтировали. Вот школа номер один. И вот этот корпус ремонтировали. Туда дальше идет курортная больница. А вот это задняя сторона санатория Семашко. Управление делами президента Украины. Ну вот такая обстановка на проспекте Ленина 3 декабря. Сейчас еще пойдем дальше посмотрим. Давайте, до встречи.